Этого парня зовут Smash, он хайп и тест-бустер, ссылочка на него будет в описании. I can't play Shane. А, 10 подряд, Night Stalker, 10 подряд, 10... А как мы будем Орфа убивать вообще? Также не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, а всю музыку вы сможете найти в группе ВКонтакте. Ну а перед началом ролика я хотел бы вам рассказать о максимальной окупаемости на тесте дроп. Сундук фарм баланса, выигрывай баланс прямо на Steam и трать его куда угодно. Сундуки мультикаста, в которых может прокнуть даже 4 открытия вместо одного. Открывай кейс мультикаст экстра, каждый третий раз бесплатно. Теперь ты можешь открыть любой кейс до 5 раз одновременно, а не ждать, пока докрутится предыдущий. Поспеши на праздник. Максимальная окупаемость на сайте будет действовать несколько дней. А чтобы было еще больше шансов, вводи мой промокод и получай 15% к пополнению и халявный кейс. Тести еще больше шансов для твоего окупа. О, она зашла. Жесть, я не хочу уже играть, я уже настроился фидить. Ебать, тут паку так хуёво. Я дальника потерял, он у меня так много добил крипов, лол. Ой, всех крипов подбивал. Ты всё, не най. Хоть найти. Ну, пожалуйста, можно еще разочек, еще разочек? Да, еще раз можно. Он меня всех крипов добил, всех вообще. Пиздец. И че дальника не заденал, мне пришлось раньше ударить. А, ФБ. ФБ морф. Как он умер? Как урод сдох. Потому как... что он так хрюкнул. А я тоже умер, кстати. У меня сейчас бомба взорвется, нахуй. Понятненько. Ну, чел на тени. Третий base. Уровень апнул, сейчас гречку даст, я умру. Мог гречку прокачать, я. Носа, носа, тут даже я не знаю. А симсон мат. Да. Что это вообще может значить? Все усы не мата. Фантомка в соло. Ладно, мы выиграли игру, не знаю, пизда. Дропни айтемы, дружок. Просто мать ебал этого тавра тупорылого. Почему он меня бьет, блядь? Ой, нахуй. Ну, блядь, я так и знал, сука. Ну, я так сильно хотел убить этого дебила на мифу, блядь. Ладно. My bad. Хуйню сделал. Сам виноват. Просто на две маски хватило резко. У меня 8 крипов, 8, понял? Я у него. И он мне всех крипов добил. Вообще жестко меня убивал, там все такое, все делал круто. И тут он немножко решил проиграть мне. Фантом какой-то рофлер, блядь. Зачем он был? Он просто прыгнул зачем-то. Ладно, он заслуг. Бля, может он мне. Может он просто гений, может он все рассчитал до единого миллиметра. Просто, блядь, что я делал? Yes. Умри нахуй. Не, он не может выжить. А, он ТП-шку, блядь, сделал и выжил. Сука! А, он не сделал так? Ну что я делаю? Просто, ну что я делаю, блядь? Что я делаю? Что я делаю, блядь? Что я делаю, блядь? Что я делаю, блядь? Он сюда улетит. Белуш, Вентруш. Блядь, с него так нормально насрал. Да. Ладно, я... Мне придется здесь избавить ее от... мучений фарма. Есть топор, срубишь? Нет, я продал его. Пиздец, Миш. Я его продаю, как только второй левел лапаю, что могу сделать. Тебе надо, короче, свалить отсюда, потому что я сейчас буду фармить линию плюс лайном, и все, она не стоит на линию, больше я не даю ей. А мы... Не, стой, подожди, давай, стой, я передумал, давай ты останешься, мы сейчас убьем. Она не может. Я знаю. Оп. Наигрался. Can we do something? Slow. Почему ты ставишь паузу после каждого килла, отправляешь от смайлики с факом, когда пушишь трон? Не ожидал, что ты такой токсичный. За токсичность есть отписка, кстати. Не пошла у меня играть чуть-чуть.
Тайком Кат, Тайкунка, Win the Game. Can I dive? Right now. Dippy bot, kill Meepo. Stop talking, shits. Dippy bot, someone, hello. Yeah, sorry. Че, долго ты там ТП собираешься делать, мужичок? Дам посыпь. Руна я не забрал. Ты сайленс, Миш, есть. Не, он не нужен. О! Нажми, нажми! Ладно, забей, Морф приспел перекачку нажать. Но это ему не помогло. Миш, ОЧК, тут катапульт, можешь прилететь, сломай лыжи. Как ты нас хочешь. Ты я бежал, начал смотреть. Зря просто. Может, ПМ будет плюс моего убьемля. Не, у нас времени дохренище, морф 7 уровень забей. Нас... Не убивают. У тебя есть глобал, да, есть еще? Пока не жми. Ладно. Блять, сам стол. Ну, я просто спросил, и потом такой, типа... Я, кстати, подошел, у меня тост... А, он не только же меня может тост. Эхо слама джама. У него блинк нался. Я не могу попасть мышкой, это нормально? Это не нормально. Это не нормально. Я извиняюсь, а что там, Рамзеса происходит? Сейчас я бегу. Ебать, нам хуёво. Прям меня сейчас зомби убьют. Помогите, парни. А, вам похуй. А я зарял, на тебя нажал, я думал, ты выживешь из этого. Я типа думал, ты поэтому нажмёшь. Меня тусом добили. 9 секунд для меня. Рун, рун. Бежит, да, за мной. Че не сзади? Не полон. Оно. Найс. Вот это охуен. Ты же моего убили сейчас. Блять, какой же хуй не сделал. Сколько глобал длится, чтоб я знал? 4-5, это 3-5, да? Ой, плохо, я все сделал плохо. Я бегу, короче, я бегу, пока не давай глобал. Сейчас скажу, когда. Сейчас, сейчас. Он выжил. Давай, 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 глобал. Ладно. То есть таргет? Да, я не смог допрыгнуть до Баланара. Опа, засет пошел. Хорош. А что, он умный на Легион, что он, типа, хорошо все сделал? Он не точно. Я понимаю, Алла, так сказать. Алла. Кто, блядь? Ладно. Ты за что там не было? Дымкой ладно. Не куру надо, ничего, ничего не там. Ай, ай. Блять. Не знаю, что хорошо, хорошо. Да, нас сейчас убьют. Я глобал через 20 секунд. Мне страшно было, что это черно-синий, сейчас реально меня убьет. Шесть секунд глобал. Я. Мертв. Я жму? Давай. Вот меня вот так его застелили. А где морф? Они умерли. Я не мог даже сетку дать, потому что там... Ты тоже умер. Ты с Аега еще там? Да. Чё,
убьем. Лоу, kill me, па. Ладно. Бля, я думал, ты убегаешь. Все осталось. А, пятеро. Меня вообще-то не интересует ни капельки. Там морф пухнулся. Да? Лол. Под два ствола тупо, разъемочка конкретная, бля. Вот доступно тебе не было. Я. Я не знаю, мне кажется, он за тобой пошел, мужик. Мне как бы надо. Да, да, он сюда, он сюда. Что, блядь? Тут Сендри себе постоит. Жестко. Ты меня мочишь, что ли, на паке? Хотя, мне кажется, аниме было бы на аватарке такое хлебаное. У нас просто голубом. Ты не то есть... Бля, сломали за эту шлюху. Слышь, что он пернул вообще. Если бы я убивал Мипа, то все было бы с точностью наоборот. 21-1, у меня бы был такой счет. У меня был бы 9-10. Было бы вот ровно то же самое, только наоборот. Если бы Мипа убивал я, а не он меня. I feel special with her.